В Уральске назвали победителей республиканского чемпионата по президентскому многоборью. Участие в нем принимали 150 человек из числа сотрудников МВД, МЧС, Национальной гвардии, пограничной службы и многие другие, которые объединились в 29 команд, чтобы испытать самих себя на прочность. В течение 2 дней участники чемпионата бегали, плавали, стреляли из пистолета Макарова и метали гранаты. Как отметили в физкультурно-спортивном обществе «Динамо», все сотрудники правоохранительных органов и силовых структур были хорошо подготовлены, поэтому показали высокие результаты. Несмотря на то, что нашей команде чуть-чуть не хватило везения до победы, их показателями организаторы остались довольны. К тому же для самих участников главной задачей была не победа, а улучшение своей физической подготовки, общение с коллегами в неформальной обстановке. Борьба была очень такая. Нормальные, никаких претензий со стороны участников, со стороны представителей команд не было. Очень отлично отстреляли наши сотрудники департамента полиции. Меньше 90 никто не выбил, хотя у представителей других команд какие-то возникли вопросы. Судьи, пожалуйста, показали мишени, все нормально. Да, действительно. Но мы немножко, у нас слабо было в гранате. И, значит, слабо немножко в плавании. Хотя, как вы видите, наш Уральск окружен водами, Чиган, Урал. Ну, что-то вот не получилось в этом отношении.